Всем привет, друзья! С вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами поиграем в такую замечательную игру, которая называется Джек Смит. Да! Возвращение, триумфальное, 11 уровень. И у нас 400 кристаллов. Да. Frost Feather. Окей. Так, значит. Значит, мы на новой локации, такой заснеженной. И... тут новые виды мобов появляются. Ледяные. Здорово, Элвис. Что тебе, копье? Копье такое затратное, просто жесть. Так. Что у нас по руде? Хочу вот это. Это интересно все. Вот это хочу. Так, ну что ж, поехали. Копье. Копье. Значит, копье. Так, у нас есть что-нибудь на копье? Ничего нет. Есть на топор. Новый вид топора. На урон. Окей. Значит, делаем копье. Копье будем делать из стали. У нас 52 стали. Это очень много. Стальное копье. Ну, точнее, наконечник для копья стальной. Само-то копье, оно такое. Тем не менее... тем не менее, постараемся сделать хорошее. Копье-то оно такое. Ну, выглядит оно странно. Я как бы даже не... я не уверен, что так и нужно. Блин, я так и не понял, как это работает до конца. Так. Давайте просто вот такую штуку будем накидывать. Просто стандартные, потому что эти вот нам пригодятся еще. Ну давайте, нет, давайте одну используем. Перфект. Перфект. Вот такое вот длинное копье, я, блин, в шоке с него. Так, давайте воспользуемся вот этим. Сейчас будет фейл. Нет, перфект. Ну, что ж. Хороший день сегодня, удачный. На соточку как копье. Я вообще даже в теории не ждал бы, что я на сотню копье. Что это, корова там пришла? Что это там пришло такое страшное? Так, лук. Лук, 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 лук. Ну, давайте золотой сделаем. Будет у нас свек. Петух. Было предположение, что это гусь или утка, или еще что-то, но нет, это петух. Я хочу, чтобы это был петух. Петухи прикольные. С гребешками своими. Золотыми. Так. Да ладно! Так стрёмно? А чего так? Что-то слабо, вам так не кажется? Да вообще. Вообще. Ого. Давай, давай. Попал. Промазал, но перфект засчитала. Ну окей, петушок, давай, пошли. Вот это корова? Здорово! Прикольно выглядишь. Такой, да, красавец. Вот скорее бычок. Сделал у тебя золотое копье. Золотое копье для бычка. Да. Прикольно будет. Золотым копьем, да. Все коровы на лугу твои. Так, поехали. Да, отлично. Так.
Наверное, так, блин, непонятно. Хотя нет. К черту. Я лучше из дефолтного сделаю. А то... А то... Понадобится... Ну, сейчас как бы всего один этот огненный, и я не хочу тратить. А ледяной не хочу тратить, потому что я из ледяного хочу, планирую сделать топор, если он вообще, ну, если будет такая возможность. Но я очень надеюсь, что будет. Какой бы поставить? Блин! Я в шоке, как на сотню у меня получается хэндл сделать, это нереально. Топор, браток, все что угодно для тебя. Так, стоп. Топор, еще раз, ди. На выживаемость или на урон, ребята? Ну-ка. Не, давайте на выживаемость. Прагматичная точка зрения меня больше возбуждает в этом плане. Кристаллы, ну что ж, будем топить. Это тяжело. Но с другой стороны, очень сильно выглядит этот... Этот... Это печь, этот чан, в котором плавится все это дело. Очень круто, я вам скажу. Очень круто. Я бы предпочел убивать гадов, там, подсыпая им яд в то, что они едят. Ну, точнее, сначала как бы я бы наблюдал за ними издалека там. Смотрел, что он ест, потом старался это как-нибудь отравить. И они бы умирали. С годами эта техника бы отточилась, и мы бы легко это делали, и истребили бы всяких... Да ладно, нет! Это, наверное, мой первый зафейленный запор. Я топоры вообще не фейлю. Ну, что ж, все бывает впервые. Когда-нибудь. Ну, я договорился, судя по всему. Ну, зато он кристаллический. Кристальный. Кристалловый. В общем, алмазный, проще говоря. Ох, лучок, лучоночек. 6. Стоп. 1, 2, 3, 4, 5, да? 5 получается. Я думаю, сейчас будет 6-й. Воин. Хотя, черт его знает. Опа. Опа. Прикольно выглядит стальной лук. Очень привлекательно. Опа. Ну, я криво сделал, но мне сказали перфект. Тут вообще без разницы, короче, как ты будешь делать, он все равно будет говорить перфект. Ну ладно. Сколько там? 8. О, нормально. Хо, вы готовы, ребята? Опа. Давайте этого червя. Ай-яй-яй. Не хватает урона. Сразу. Заранее. Нет-нет-нет. Я, по-моему, золото потерял. Или нет? По-моему, да. Так, вот там железо, я видел. Поджигаем. Какой петушара, какой петушара. Ну-ка. Басецкий, здорово. Нормально. У меня есть сомнения по поводу того, дойду ли я до конца. Потому что сейчас... Не, дойду, дойду. Закончу, в смысле. Я убью этого босса. Нормально. Ну, у него и атака, конечно. Все, я уже открыл. Я уже... Как не открыл? Я же выстрелил. Что за... Куда они стреляют? Барбос! Мы хорошо работали с тобой.
Эх, Барбос, Барбос. Дестройер. Спасибо. Теперь я дестройер. Мама, мама, я дестройер. Вингбоу. Прикольно. Так. Что это? Долина лучников? Барбос, докладывай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все скомбинировано. Ой, как все скомбинировано. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ничего. Мы найдем выход из ситуации. А в чем преимущество-то, я не понял. Так. Вот такой есть, вот такой, вот такой. Ну-ка. Так, этот на урон. Этот против конкретных личностей. Окей, у него просто урона побольше, но... Давайте попробуем этот новый. Просто чтобы посмотреть. Странно влияет форма на разные типа перки, пассивные скиллы какие-то. Не то, что странно, что влияет, а именно вот здесь странно влияет. То есть всего один урон добавляет. Но выглядит, конечно, да, классно. Во! Так, ребята, вот это наденем. Какой большой выбор нам дало. Вы заметили? Давно такого не было. Эксплозив. Ну, здесь вообще без разницы, как мы помним. Мы можем делать так и сяк. Нам все равно засчитает, как нужно. Ого! Перфекто! Здорово, козел! Как козлиха. Кристаллов нельзя купить. Ладно. Золотой топор. Золотой топор. Золотой топор. Очень прикольно. Фу, ребята, ребята, как же я люблю работать с кузнецом. Кстати, а вот когда мы нападаем, Барбос стреляет, а я, походу, сплю. Я осел, сплю. А когда я работаю, Барбос спит. Мы вот так вот заменяем друг друга. Ну, мы же друзья. Боремся со всякими недобрыми... гадами. Да. Благородная у нас работа с Барбосом, однако. Так. Да, добавим рукояточку, которая огненная, типа. И к выживаемости еще добавим. Так. Отлично! Хороший топор, хороший. Свег, свег. Так, щит говорит мне, делай, браток. Я говорю, да изи, чувачок. Щиты делаю на раз-два вообще. Из стали, нужен тебе щит? Так, ну чувачков должно быть 5. Насколько я понимаю. Сталь. Отлично. Хм, как, кстати, краска-то. А, так вот в чем прикол. Блин. А я думал, тебе просто дается время, и ты должен успеть. Ладно. Какой классный герб на щите.
Как я два... Выше надо было, да? Или не... Да, выше, походу. Черный козел! С белыми волосами. Какой красавец. Круто выглядишь, браток. Круто. О, еще один пришел. Шесть человек. Нам, нам нужно будет обслужить. Так, кристаллы. Сделаем ему хорошее копье, а то чего? Давно не делали хороших копий. Да? Так что чё бы нет. Еще доставляет этот чан. Очень красивая каемка. Так. Ну, я не знаю. Я все еще так и не понял, как это работает, так что... Да нет! Стоп. Да. Катит. 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 И последнее. Давайте вот это. Отлично. Почти идеально, почти. 89. Вот это хреново было. Так, ну что ж, последнее. Ладно. Давайте такой. Давайте вот так. Ну просто против замораживающего уж прагматичнее будет урон сделать. Урон на базовом уровне против всех же будет работать. А заморозка только против одного. Так что проще уж с уроном, чем с заморозкой. Заборозгой. По-моему, ровно. Так, по-моему, ровно. О! Эксплозив. Arrow. Я такие уже видал. Не, видал. Ни хрена себе. Таким стрелять. Чувак, аккуратно, аккуратно держи. Очень аккуратно пользуйся. Очень. 14. Слушайте, я походу все быстрее и быстрее. Ну скилл-то мой растет. Кузнечий. Кузнецовый скилл. Опа. А пушистые шмели. Давайте, ребята. Какого черта он успел ударить? Вы что, такие тупые? Ну, в плане, если он успел ударить, значит, они его не успели убить такой толпой за один прокат. Так, этого тоже не успели убить за один прокат. Давайте этого бича. Отлично. Феникс. Надо было на Феникс, наверное, оставлять, но он, наверное, жирный. Хотя нет. Он такой себе. Бичоныш. Ребята, давайте, во имя закона и порядка. Какой у него плавник или гребень. Гребневник. Гребневник. А ну иди сюда. Ого. Вот эта хрень. Да-да-да. Аккуратно, эй. Это его вот этот щит можно повесить вместо такого бампера на какую-нибудь мощную машину и будет круто смотреться. Да, какой-нибудь джип. Барбос! Красавец, хорошая работа. Что у нас теперь, мне интересно посмотреть, перед тем, как я закончу серию. Кто? Кто? Давай, кто новый? Ух ты ж. Ого. В следующей серии нас ждет куча уродов. Вот, которых вы сейчас видели. Вот статистика. Если вам интересно, и я сейчас 12 левела, так что если вы хотите увидеть продолжение, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Лайки очень помогают и мотивируют, так что скорее ставьте. Ну а я желаю вам удачи, друзья, всего хорошего и пока!